Окури ашихара – это боковая подтяжка в темп шагов. Когда моя задача поймать этот темп и подтечь его. Подняли все свою левую ножку. Изгиб все видят. Потрогайте этот изгиб. Этим изгибом мы будем бить под голеностоп. Вот сюда. Носочек выпрямлен. Я мягко оставляю, мягко своей подушкой, стопой ему голеностоп. Руки, правая рука идет в области шеи, левая рука скручивает вниз. Руль можно согнуть вот так? Не сгибайте сейчас вот так ручки свои. Вот руль, ровно руль представьте. Правая рука идет на 12, левая рука идет на 6. Скручиваю руками и держу. Во время броска, когда он будет падать, я буду придерживать его ручку. Отталкиваюсь. Сделал, взял, придержал. Зафиксировал секунду, встаю.